Ну давай, рачишка, рассказывай, чем мы займемся сегодня? Легко. Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Мортит, капитан Очевидность, Беретта MX-4 Storm. А займемся мы сегодня нагибом, как и положено. Тихо. И сегодня я вам расскажу, как же ставить мины на депо. Собственно говоря, когда-то я уже затрагивал эту тему, но с тех пор кое-что изменилось, и у меня появилась одна мина, которую я называю лучшей миной Warface. Эта мина работает в 9 из 10 случаев. Единственный ее недостаток, на ней сложно сделать сюрприз, редко такое бывает, но она работает постоянно, даблкил возможен, и все очень даже хорошо, леди и джентльмены, да. Вот она, та самая мина. Противник спрыгивает с респы, и нагиб, да, минка сработала. Если я поставлю ее еще раз, она еще раз сработает. Если я поставлю ее 10 раз, она 10 раз сработает. Эта мина работает всегда. Headshot, детка, you was own, да? Да-да-да. Рачишка, да? Потом расскажешь. А? Давай анекдот. Хорошо. Есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот следующий. Умирает Уизи брат, и его знакомый Авраам из Израиля звонит, говорит: «Изя, твой брат умер». «Ну что ж делать, Авраам?» «Я не могу приехать». «Ну хорошо, приехать ты не можешь, но тогда вышли денег немножко хоть на похороны». Он говорит: «Ты знаешь, сейчас не могу, но ты мне чеки присылай». То есть, когда все это сделаешь, пришлешь мне чек, там, что, когда, за что я должен, в общем. Ладно, хорошо. В общем, похоронили его брата в Израиле. Через неделю приходит чек. $200. Ладно, заплатил. Через неделю еще на $200. Ладно, заплатил. Через неделю еще на $200 заплатил. И так, наверное, уже 5 чеков. Уже $1000 ушла. Он разозлился. Вот так вот. Звонит Абраму в Израиль, говорит: «Абрам, что за фигня? Я не понял. Откуда такие суммы? И почему? Он же умер уже давно, брата уже нету, а чеки все приходят. Понимаешь, Изя, тут такое дело, я взял ему смокинг на прокат». Да. Бам-барам-барам-боу-е. Да-да-да-дам-дам, оу, да, вот так вот, тихо. Да ну блин, почему так резко? Меня убивает некто, сэр. Молодец, молодец. Хедшот, деточка, дабл килл. Очень хорошо идет. Под отличную музыку, отличный нагиб, да. Минка уже несколько раз сработала это, и я думаю, что... Тихо. Да ну блин, так сэр, так нечестно, с другой стороны взял, пошел, поднагнул, ну ты чего? Ладно. Вот так вот. И минку ту самую. И она снова сработает, я уверен. Эта минка всегда... Да, видите? Это самая шикарная мина в этой игре, она всегда работает. Всегда. Я не знаю, почему никто на эту мину внимания не обращает и всегда попадается. Всегда. Хедшот, деточка. Вообще, это был мой маленький секрет. Я ее не встречал нигде, ни на одном видео такую мину. Я ее сам придумал ставить. Возможно, кто-то и кроме меня это знает, да, как бы. Вот. Вполне возможно, кто-то тогда догадался. Но я вот открываю вам такой секрет. Эта мина работает всегда. Желательно, чтобы она была противопехотной. Но можно и обычную использовать. Единственное, там надо прикинуть, как ее правильно поставить, и будет достаточно хорошо. Но противопехотная там вообще идеально работает. Вот так вот. Хедшот, деточка. И я думаю, вот, пришло время снова ее поставить. Дам-барам-ба-ба-ба, она сработает, да. О, да ну блин. Защита была от взрыва, видите, почти убила, но чуть-чуть хп все-таки осталось у противника. Но вы же понимаете, что это хедшот, да. Это мелочи, сейчас еще раз поставим. Та-дам-дам-бам-бам, сработает, вот увидите. Та-дам-дам. По-любому сработает, я уверен. Сработало.
Да. Оп-бам-бам-бам, беретон нагибает, детка. А про берету что сказать? Отличный ствол, великолепен во всем, кроме одного. Есть у данного пистолет-пулемета очень существенный недостаток. Один, но очень существенный, очень неприятный из-за этого, поэтому я редко беру ее в руки. Это рисунок отдачи. Я терпеть не могу горизонтальную отдачу. Она чуть-чуть идет вверх, а потом ее так сильно вправо заносит, напоминает ситуацию с FN-2000. Да, кстати, FN-2000, давно мы с ней не играли, надо бы это дело повторить. Я думаю, надо будет на днях сыграть с ней. Вот. А так все замечательно. Просто великолепно, леди и джентльмены. Все отлично. Бам-бам-бам-бам, нагиб идет. Ой, блин, нагнули меня. Ладно. Это все мелочи. Я иду отлично, противников я обгоняю. Я думаю, что победа будет за мной. Особенно, если вот этого убить. И, конечно же, поставить ту самую мину, да. Эх, вот он увидел мину. Вот сейчас он, может, наверное, увидел, да? Он может уничтожить мою мину. Досадно, конечно. Вот только такие ситуации, когда вот мина подводит, когда мину просто уничтожают, она... Кто-то ее заметил. Но в основном такого не происходит. Она работает, я говорю, это самая действующая мина Warface. Так. И минку. И по-любому должна сработать. Давай. Не подвини меня, минка. Тихо. Бам-ба-бам-ба-рам-ба-бам-ба-бам. Бам. Оу, yes. Так. Вот сюда. Да ну, блин. Ну, тут что, парень? Ну ладно, зато мину успел поставить. Сейчас должно... Что-то моя мина-то не работает. Почему? Где? Хэдшот, деточка. Так. Та-дам-дам. Оу, yes. Вот так вот есть. Наверное, тот заметил ее. Ну, такое бывает, да, как бы. 100% мины нету, но это самое лучшее из тех, что я знаю. Она очень хорошая. Дам-барам-бам-бам-бам. Наверное, кто-то заметил мою мину. Мне кота кажется. Скорее всего, уничтожили. Или она плохо стоит. Бывает, так криво поставишь, и что-то она не срабатывает. Но в основном всегда работала. Барам-бам-бам-бам. Ребятишки, ну что такое? Ну, куда вы все растворились? Давайте вы... Вот так. О, какой хитрый медик. Молодец. Прямо думал, вот так вот я выйду, и меня нагнет. Но, наверное, он сам не ожидал, что сразу на него прям так выйду. Думал, что будет в спину стрелять. Как сэр. Вот. А сэр, да, молодец. Подловил меня. Да, я, похоже, мину криво поставил. Она стоит, но почему-то не срабатывает. Такое бывает. Надо ее потом переставить. Ладно. Сейчас пока что есть дела поважнее. Вот эта мина, которую я только что поставил, она тоже неплохая, но она... Так. В третий только случай нормально работает. Обычно все-таки нет. Ну, давай. Вот так. Сейчас должна сработать. Бам-бам-бам-бам-бам, ноги пойдет, да. Так, ну давай. Да ну, блин, нет, не вовремя, не надо. Нифига себе, вот это ты терминатор. Я тебя гранату прям под ноги кинул, она взорвалась, ему пофигу. Да, это Warface, детка. Это круто, тихо. Минка сработала, да. Вот так вот. Хорошо. Бам-бам-бам. Ноги пойдет. Песня у нас сегодня какая получается. Бам-барам-бам. Вот так вот. Дабл. Да нет, ну блин, похитители фрагов, что вы делаете? Одни воришки вокруг. Вот так. Шот мой, я не отдам никому. Этот. Да ну. Вот. Фух. Там. Эдшот. Да ну блин, ну почему ты мне мину не даешь поставить? Ну рачишка, ну пожалуйста, не надо такие вещи делать. Вот так, там тоже кто-то мину, по-моему, ставил, я его наказал. Надо быть внимательным, да. Барай-дам-бам. Вот так, эдшот тебе. Вот так. Должно сработать, по-любому. Минка, работай. Я жду. Эх. Ну, минка сейчас должна взорваться. Она должна работать. Где? Блин, опять этот сэр. Чё ты так любишь по углам сидеть? Какой от этого толк?
когда полная, ну не полная, но много людей в комнате и депо, все дела, но вот так, хедшот тебе за это. Сэр? Да ну блин, ну... И традиция. Да, традиция случилась. К сожалению, на последнюю мину никто не наступил, но, кстати, она осталась стоять на своем месте, да. Бам-бам-бам. Барам-бам, ем. Ух, музон классный сегодня, ребята. Все замечательно. Мне все нравится. Ух, 21 хедшот, где you was owned. Семерых я взорвал, 2,4 соотношение и 22% меткости. Поэтому, леди и джентльмены, другие подруги, дорогие зрители, я сегодня поделился с вами своей любимой миной Warface, где и как я ее ставлю. И поэтому, если вам нравится взрывать пуканы противников противопехотными минами, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.